Не успел я выступить по поводу цифрового мира и рассказать, как он работает, как сам попал в разработку, в разборку. Цифровое мошенничество сейчас станет массовым. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, который подписал закон о создании единого реестра информационных данных о каждом человеке, на вас будет полное досье. Сейчас есть доступ к неполным данным, но мошенники найдут и в этом случае лазейки. А когда будут созданы единые реестры и про вас будет известно все досконально, то мошенничество, электронное мошенничество расцветет пышным цветом. И в этом электронном концлагере вы не будете иметь никакой собственности, она вся будет под вопросом, никаких денег, все ваши вклады будут под вопросом, а наличные деньги они собираются отменить, поэтому вы в полной мере будете рабами этой системы. И все идет именно к этому. Путин, его группировка, его поклонники заодно с мошенниками сформировали эту систему в значительной степени. Вы не можете уже сейчас в крупных городах жить без пластиковой карточки. Не можете, потому что вам на нее зарплату перечисляют, а фирмы не хотят содержать кассовую систему и там получать где-то наличные деньги, раздавать их в виде зарплаты, там премии и так далее, разных выплат. По этой причине у вас всегда пластиковая карточка. А те, кто владеет пластиковой карточкой, в данном случае я говорю о Сбербанке, объединены с мошенниками. Я не говорю, что там все тотально мошенники, но там есть пробитая оборона, там есть ключик, там есть люди, которые способствуют мошенникам. Вот. Но у меня был и другой случай, кратко о нем, как... Мою семью лишили собственности в ближнем Подмосковье, небольшой кусочек земли, там 3 сотки. Мошенники фактически его присвоили, огородили забором и пропуск туда закрыли. Куда бы ни обращались, ничего. Там построены громадные дома прямо по границе. Да, они не залезли на нашу территорию, но нарушили все СНИПы, которые только существуют. То есть прямо по границе стоит дом, который закрывает участок. По другой границе еще один дом, отступ должен быть от жилого дома 3 метра, там 1 метр и огромная бетонная стена. Все, две стены перекрывают полностью участок, его, на нем невозможно ни жить, ни продать. Ни пройти на него невозможно, потому что мошенникам помог Красногорский городской суд. Он принял решение, что проход через этот участок, который был там всегда, будет теперь закрыт. Вот все, невозможно теперь ходить. А теперь ходите с огородов там через бурьян, где нет прохода и не было никогда дороги. Там, ну, пройти можно в сапогах в осеннюю распутицу. Естественно, снег там не убирают, туда на машины не подъедешь. То есть не подвезешь стройматериалы, невозможно подвести коммуникации, потому что они все идут от дороги, которая проходит через деревню, а в обход... золотом должен устелить этот участок, чтобы в обход провести коммуникацию. А мошенники отрезали водопровод, отключили электричество, все, пустой участок, на котором ничего нет и ничего построить нельзя, пользоваться им нельзя. Суд, Красногорский городской суд принял решение полностью в пользу мошенников. Обращение в подмосковную полицию Красногорского района, местную, кончились абсолютным нулем, то есть даже нет ни одного ответа. Зарегистрировано, там лично ездил, где ответ на мое заявление, обращение о захвате собственности, ноль, нету, все. Прокуратура, начиная от Красногорской, кончая Генеральной прокуратурой, ноль, даже ни одного ответа. Вот так работает эта система. И суд, естественно, на стороне мошенников. Вот так все сложилось. То есть мошенник действует открыто, нагло, беспринципно. И получается, что вот моя семья лишилась этой небольшой скромной собственности, но это конкретный пример. Несколько лет назад это произошло, и сделать уже ничего невозможно. И пока эта система не рухнет, я даже не буду предпринимать больше никаких шагов. Они использованы все возможности законной защиты прав. Они оказались безрезультатными, полный ноль. К депутатам обращаться, ну мы знаем, какие депутаты. Куда еще? Спортлото писать? Бессмысленно.
прийти с бандой головорезов, ну, это не тот метод, который я бы хотел использовать для защиты своей собственности. Может быть, когда-нибудь придется именно так и поступать. Потому что закона в Российской Федерации нет, потому что нет государства, нет власти, нет никакой заботы вообще о том, чтобы отношения собственности и денежные отношения действительно носили справедливый и достойный характер. А попался я на мошенников, которые использовали, во-первых, телефонную сеть Билайн. Они заблокировали какие-либо звонки, кроме своих, на мой телефон. Во-вторых, они использовали телефонную сеть МГТС, МТС. Это те номера, с которых они звонили и на которые они получили деньги, украденные не у меня, у Сбербанка. Но Сбербанк должок записал мне. И третья структура, тот самый Сбербанк. То, что там мошенники, я абсолютно не сомневаюсь. Потому что вместо того, чтобы, получив информацию о каких-то странных действиях с попыткой снять деньги с моих карточек, они одну карточку заблокировали, а другую оставили именно до того момента, пока ее полностью не обчистили. При этом мошенники имели полный доступ ко всем сообщениям от Сбербанка и были в курсе тех сообщений, которые поступали на мой личный аккаунт. У них был доступ ограниченный, но доступ был. Уловка здесь состоит в том, чтобы я сам отдал деньги. А как бы вы повели себя, если вам приходит сообщение, что с вашей карточки пытаются провести сомнительную операцию? Сейчас с вами свяжется представитель Сбербанка, специалист Сбербанка. И специалист Сбербанка звонит, я с ним начинаю общаться. Он говорит, а пришли ли вам вот такие смс-ки? Я смотрю, да, с номера 900, который является защищенным номером Сбербанка. Приходит такая смс-ка, приходит такая смс-ка. Они заранее знали, что мне придет такое сообщение, содержание этого сообщения знали, другое сообщение о том, что Сбербанк предлагает страхование. И как-то эти смс-ки одновременно приходят. Они приходят и у меня спрашивают, вы получили такое-то сообщение? Да, я получил. Зайдите в свой аккаунт, у вас там есть сообщение о попытке взлома карточки? Есть. Все, я в полной иллюзии, и создана такая система, что я все время получаю подтверждение, что я работаю со специалистами Сбербанка. Они меня переключают там, на один отдел, на другой отдел. Они общаются очень быстро, у них там голосовой робот включается. То есть, ну, все, полная иллюзия. Отлично подготовились ребята. А как подготовился Сбербанк? Он дал щелочку такую, вот сюда проходите, и этого достаточно. Не надо просто, если бы просто украли с карты деньги, то виноват Сбербанк. Виноват Сбербанк, и они, значит, полностью отвечают за это. Они обещают хранить деньги, мои деньги, зарплату перечисленную. Там деньги за книги, которые мне переводят, я там перевожу какие-то платежи, они обещают хранить. Да? И если кто-то украдет, то это вина Сбербанка. Тут сделали хитро. Мне не нужна была кредитная карточка, ее мне навязали, прислали. Ну, я ей пользовался пару раз, когда ездил за рубеж на отдых. Ну, удобно этой карточкой пользоваться. Всегда с собой у тебя карточка, которую принимают всюду в Европе. Слава Богу. Слава Богу, хотя там тоже свое мошенничество у Сбербанка, это перевод рублей в евро там или в какие-то другие валюты, конечно, с серьезной прибылью, не по тому курсу, который там Центробанк устанавливает, но тем не менее на это можно было пойти. И, ну вот, валялась у меня эта карточка. И вот с этой карточки и украли. То есть с этой карточки меня убедили в том, что я работаю с сотрудниками Сбербанка. Они спасли мою карточку, дебетовую карточку, да, у меня перечисляется зарплата. Ну, честь им и хвала, прямо в режиме онлайн я вижу, как они блокируют платежи, которые я не заказывал, и потом блокируют карточку. Молодцы. Они похищают деньги Сбербанка, потому что на кредитной карточке деньги кредитные, они мне не принадлежат, они меня просят, умоляют, давайте, иначе сейчас у вас еще там пойдут какие-то проценты, что вы там что-то сняли и так далее, давайте мы заблокируем, нам надо срочно убедиться, что вы, это вы, где там номера, сюда нажмите кнопочку и так далее.
Ну и в конце концов это перечисление денег на телефоны, которые они указывают, потому что это страховщик. Мне только что пришло от Сбербанка объявление о том, что они мне предлагают страховые услуги с целью сохранности моих средств на счетах. И вот он страховщик, я с ним работаю, я перечисляю эти деньги. И, ну, у меня, конечно, закрадываются какие-то сомнения, а что это они так вот действуют, как-то очень нелепо, очень длинно. Вот, но, заметьте, у меня заблокирован телефон, только они мне звонят. И исходящие звонки идут, я позвонил в полицию, сообщил, зарегистрировали, все. Но мне полиция дозвониться не может. Не может, то есть никакие звонки не входят на мой телефон. И до этого то же самое, якобы из Сбербанка мне звонили в тот самый момент, 5 гудков там записано, но потом почему-то никакой инициативы. Карту дебетовую они заблокировали, когда были какие-то попытки непонятных платежей, а кредитную карту не стали блокировать, пока все деньги оттуда не ушли, а потом заблокировали. На каком основании? Я не просил их блокировать. Ну, все деньги ушли, на карте ноль. Давайте заблокируем. Зачем? Зачем? То есть они знали, что так оно и будет. Вот. Ну, есть признаки мошенничества, совершенно очевидные. Из этого я делаю вывод и даю рекомендацию всем. Из Сбербанка надо точно уходить. Точно надо забирать деньги, потому что там сплошные дыры и соучастие Сбербанка в действиях мошенников. Я, конечно, платить не буду эти 120 тысяч Сбербанку, потому что я, естественно, туда тоже позвонил. Там ничего не собираются делать. То есть по горячим следам устанавливать, кто, откуда, каким образом звонил. Ну, все смс-ки-то имеют время, дату, все операции, время, дату, источник, да, перечисление на какие-то там телефонные номера из банкомата тоже регистрируются, все это известно. Они не собираются ничего делать, и полицаи мне пояснили, что я должен получить сначала квиточек, что я подал заявление в полицию, и потом только они начинают действовать. Вот прямо сейчас можно было остановить мошенников. Ничего они не стали делать. Ну, в полиции тоже. Я, поскольку тоже был в Подмосковье, сначала обратился в подмосковную полицию, но потом вспомнил, что как происходило это вот с кусочком земли, который у нас отняли, и решил, что я в московскую подам. Ну, какая разница, где я находился, карточки выпущены в Москве, пусть московская полиция занимается. Отправил туда заявление тоже электронным путем, посмотрим, проинформирую потом, как они будут действовать. Ну, мне уже подмосковный полицай уже сказал, что даже не надейтесь. Сотни таких случаев известно. Вот, никто ничего делать не будет. Сбербанк тоже абсолютно ничего не будет делать. Будет только требовать, чтобы вы вернули деньги. Больше ничего. То есть никакой ответственности за хранение денег Сбербанк на себя не берет. Мошенники вас ограбили. Ну и что? Вы должны Сбербанку. Из Сбербанка надо уходить. Тем более, что возглавляет Сбербанк патентованный мошенник и дегенерат. Вот не надо с этими иметь дело. Я вынужденно имел дело, потому что, когда работал в МГУ, у меня карточку насильственно. Вы должны вот только вот там получить карточку, и только эта карточка будет считаться карточкой, на которую можно перечислять зарплату. Вот, кстати, тоже вот такой случай МГУ. Сбербанк, мошенники, так треугольник замыкается. Да, ты не можешь завести карточку Сбербанка где-то в другом, даже в другом месте, вот только вот в этом отделении Сбербанка. Все понятно. Все понятно с этими людьми, зачем это все сделано. И когда у нас собьется вместе вся база данных на вас, то используют все абсолютно. Вот в данном случае использовали ситуацию, когда у меня на кредитной карточке деньги есть, и она доступна. Ее можно распотрошить. И с помощью махинации представили себя сотрудниками Сбербанка. А что бы еще я мог подумать, если мне прямо сейчас в режиме онлайн показывают, как они действуют, спасая мои деньги с дебетовой карточки, и говорят, ну а теперь помогите нам спасти деньги, которые принадлежат Сбербанку. Это же не ваши деньги. Ну я спас для вас Сбербанк. Но оказалось, что у вас мошенники работают. Вот. И вторая рекомендация, конечно, надо стремиться к тому, чтобы минимизировать публикацию каких-либо данных о себе, о своем здоровье, о своей семье,
о своих дружеских связях, но все равно в соцсетях все это начнет вылезать. Ну, я помню тоже мошенники как-то, я переписывался, был ВКонтакте с полковником Будановым. Как раз сейчас, вот именно в тот самый день это мошенничество произошло по отъему денег у Сбербанка с моим участием. В день, когда был убит Юрий Буданов в 2011 году. И когда он сидел в тюрьме, превращенный в жертву, ритуальную жертву, которую принесли Медведев, в ту пору президент, и Путин, реальный правитель, принесли эту жертву, вот ритуальную жертву, кровавую жертву, вот эта вот нечисть бандитская, она плотно обосновалась. Вот видите, тут мошенники сплелись с властью, с банковской системой. Точно такое же сплетение с бандитами. И когда Юрий Дмитриевич уже должен был выходить из колонии, мне звонят и говорят: я Буданов, вот мне нужно деньги перечислить на телефон, потому что вот у меня денег совсем нет, я тут на платформе, вот, понимаете. Ну, я был знаком с его супругой, говорю, и Светлана там рядом, дайте ей трубочку телефона. Ну, я понял, что мошенник звонит, чувствую, что это так. Ну, Юрий Дмитриевич не позвонил бы по такому поводу, что там перечислите мне деньги на телефон. Ну и на этом закончилось мошенничество. Но там там просто был похищен телефонный номер. Все, больше ничего. Мой телефонный номер, поскольку я разговаривал. Ну, кто-то там списал из телефона Юрия Буданова мой телефонный номер, поэтому мне и позвонили. Тут нет электронного мошенничества. А сейчас, когда эту базу данных Путин создал, вы лишитесь всего. То есть потенциально вы все лишенцы. Все деньги у вас будут отняты, и вся собственность у вас будет отнята. То есть временно вы ей можете владеть, пока это не интересует мошенников. Будет интересовать, если они будут знать, как все это дело присвоить, и если это собственность, то и монетизировать ее, все превратить в единый эквивалент, они тут же этим займутся. Наша задача – уничтожить эту власть и уничтожить ту систему, которая удобна мошенникам. Для того, чтобы все это сделать, гражданам необходимо сплотиться в мощные гражданские коллективы. Неважно, будут они публичными или не публичными, но это должно произойти. Этому будут противодействовать всеми возможными силами. Но в момент слабости путинской группировки эти объединения смогут играть свою роль. Если вы не состоите ни в каких общественных объединениях, противодействующих этой власти коррупционеров, мошенников, жуликов и изменников, значит, вы не боретесь с этой властью. Какие бы вы там ни писали комментарии под видеороликами, что бы вы там ни репостили в сети, если вы не поддерживаете конкретную организацию, не просто так, привет, если что, обращайтесь, а реально работаете в ней, вы не противодействуете, вы остаетесь среди тех баранов, которые согласны на то, чтобы их стригли и пускали потом остатки на мясо. Слава Руси, Господи, спаси Россию, русскую власть.